Янукович, счастливый человек, на ваш взгляд? Это зависит, что для кого Чему? счастье. Сегодня вот он счастливый человек? Я не знаю. Ну, хорошо просыпается, хорошо засыпает. Я не думаю, вы же понимаете, он такие события и такие переживания. Я не думаю, что он хорошо спит, но может быть, его счастье в другом. Может быть, он нашел какое-то свое чисто человеческое маленькое счастье. Может, ему этого хватит. Кто его знает? Человек слаб, и вместе с тем человек сильный. И Господь прощает нам все наши грехи. Почему мы считаем, что мы можем кого-то судить? Чем мы лучше кого-то? Чем мы лучше Януковича? Чем?